до 0,8. 0,8 предполагает, что мы устанавливаем максимально возможную скоррелированность для наших факторов. Отрицательное значение предполагает, что мы устанавливаем очень маленькую скоррелированность. Минус 9999 соответствует очень маленькой скоррелированности. На самом деле, вот этот промежуток от минус 9999 до нуля, он не сильно влияет на уменьшение скоррелированности. Поэтому, в принципе, если вы хотите при помощи директа Блемина задать небольшую скоррелированность, вы можете смело оставлять значение 0, которое и так стоит здесь по умолчанию, и запускать. Если вам нужно уменьшить чуть-чуть скоррелированность, вы, соответственно, немножко уменьшаете это значение, например, до минус 10. Но мне больше нравится вариант Pro Max. Почему? Потому что вариант Pro Max, так же как и вариант Varimax для ортогонального вращения, максимизирует контрастность по строкам. Вот, например, в неповернутой матрице, которую мы только что рассматривали, у нас не очень контрастная картина по ряду строк. По первой строке, по второй строке. В идеале вся нагрузка должна прийтись на один из факторов. А все остальные факторы, например, здесь условно минус 1 нагрузка, здесь 0 и здесь 0. Вот это контрастно. К сожалению, наша картинка не контрастна. То же самое во второй строчке, и в третьей строчке, и в четвертой. По большому счету все строчки не очень контрастны. А для лучшей интерпретации большинству аналитиков удобнее видеть контрастные строчки. Поэтому в случае косоугольного вращения для нас удобнее Promax, в случае ортогонального вращения для нас удобнее Varimax. Если кому-то удобнее получать результаты контрастные по столбцам, значит, надо использовать QWERTYMAX. Если кому-то хочется получить результат компромиссный и контрастность по строчкам и по столбцам, он выбирает EquiMax. Мы сейчас работаем с ProMax. Каппа изменяется от нуля, минимальная скоррелированность факторов, до 9999, максимальная скоррелированность факторов. Но, опять же, мы имеем ситуацию, когда реально возрастание скоррелированности идет до сотни примерно. Поэтому можно считать, что каппа в реальности изменяется от нуля до 100. Поэтому